Привет, привет! Привет, привет! Вы находитесь на канале Лиска Киска? Да. Сегодня мы с Алисой будем распаковывать вот таких красивых лошадок, да, с мультика «Мой маленький пони». Смотри, какая у меня лошадка. Есть голубенькая. И у Лисочки еще есть такая маленькая оранжевенькая. Она будет нам помогать распаковывать. Такая розовенькая. Такая холодненькая. Фиолетовенькая. Вот такая желтенькая. И желтенькая. Какую первую будем распаковывать? Розовенькую. Я буду вам помогать. Да, лошадочка нам будет помогать. На, распаковывай. Розовенькая. Ленточка у нее. А вы так завязать? Я вязать. А как эту лошадку зовут, знаешь? Эту лошадку зовут Пинки Пай. Да, Пинки Пай. Вот такую мы первую лошадку розовую распаковали. Ее зовут Пинки Пай. Веселая, смешная розовая пони с кудрявой гривой и хвостиком. Не может спокойно сидеть на месте, любит розыгрыши и вечеринки, очень любит сладкое. Работает в пекарне «Сахарный уголок». Пинки Пай воплощает элемент смеха. Отличительный знак – 3 воздушных шарика. Вот здесь нарисованы 3 воздушных шарика. Да? Красота розовая. У нее вот такое красивое колечко надето на ножку. Да. Голубенькое. Волосики розовые с ленточкой. Ленточку можно размотать. Вот. Хвостик тоже розовенький. И обратно замотать можно ленточку. Вот. А ложки сердечко? А попки шарики? Да, шарики нарисованы. И на завязочке у нее на ленточке тоже шарики. Голубенькие, желтенькие. Какую следующую будем? Сейчас у меня и друзья придут. Друзья придут? Кто первый придет? Сейчас уйду. Вот. Фиолетовая лошадка. Лучше вот эту. Голубенькую? Ага. Давай голубенькую откроем. Доставай. Ой, вкусный. Вторую мы лошадку распаковали. Сейчас она придет в гости. Голубенькую. А, кстати, вот этой крылышки, а у той были крылышки, а у нее нету крылышек, у Пинки Пай. Видишь, дочь? А у этой ее зовут Радуга. Да. Радуга пони очень храбрая и смелая. Ее работа разгонять тучи, летает очень быстро. Мечтает вступить в знаменитую команду лучших летунов эквестрии. Вот такая Радуга. Радуга воплощает элемент верности. Отличительный знак у Радуги – красно-желто-синяя молния под небольшим облаком. Вот здесь нарисован. Гривка у нее такая оранжево-зелено-желтенькая. Красивая. Красивые волосики. И ленточка, что тут нарисовано. Молния нарисована. И колечко у нее тоже молния нарисована на колечке. А у Пинки Пай что нарисовано на колечке? Колечки, шарики. На колечке шарики? А, да, шарики. А у Радуги молния. Тоже ленточку можно опять заплести. И расплести. Очень красивенькая лошадочка.
А хвостик фиолетово-голубой. Обривка, другим цветом. Тут сердечко голубенькое. Какую следующую будем лошадочку распаковывать? Топ-топ-топ-топ-топ. А голова у них вертится? Да, и у Пинки Пай головка вертится туда-сюда. И у радуги. Вот. Туда-сюда. Туда-сюда. Класс. Какую следующую будем распаковывать? Фиолетовую или желтенькую? Они подружились. Подружились уже? Ну, это молодцы какие. Какую следующую распаковываем? Желтенькую. Голова, давай я поближе покажу. А у ней бабочка какая. Третью лошадку мы распаковали. Флаттершайн ее зовут. Она боится высоты. У нее талант общаться с животными. Она владеет уникальным взглядом, способным устрашить любое живое существо. Она застенчива и пуглива, живет около леса в отдельном доме. Флаттершайн воплощает элемент доброты. Отличительный знак – три розовые бабочки. Вот у нее здесь на попе три розовые бабочки. С крылышками тоже. Ленточка желтенькая с бабочками. С розовыми бабочками. Тоже можно расплести ее. И заплести опять. Здесь розовое сердечко на ножке и колечко зелененькое с бабочкой. Гривка у нее розовенькая и хвостик розовенький. Вот такая прикольная флаттершайн. Уже крылышки. Получается, крылышек нету Пинки Пай, да? А у Флаттершайн и Радуги есть крылышки. И сейчас еще одну откроем, у нее тоже вот крылышки. Ну да. Последняя лошадка, ее зовут Искорка. Она лучшая ученица принцессы Селесты. Обожает науку, магию, читает книги. Искорка воплощает элемент магии. Отличительный знак искорки – шестиконечная звезда, которая прикрывает белую шестиконечную звезду с пятью белыми звездочками вокруг. Вот, вот здесь у нее нарисовано на попе. Вот звездочка прикрывает белую, вокруг белые звездочки. Сердечко нарисовано синенькое. И колечко звездочкой. И тоже есть крылышки. А еще и рог. Получается, искорка у нас единорог. Пинки Пай пони. А Флаттершайн и Радуга пегасы. Маленькие пегасики. Два. Какая тебе больше лошадка нравится? Это. А еще у нас есть вот такой большой замок для лошадок. А вот эта лошадка уже там. Как ее зовут? Пинки Пай. Да? Сейчас мы покажем, что в замке есть. Вот такая книжечка. Да. Открывается ключиком. И там что-то хранится. Потайное. Сокровище. Сокровище, да? Где ключик, дочь? Открываем? Покажем, что там за сокровища хранятся в потайной книжке. Открылась книжечка. Давай посмотрим, что там за сокровища лежат. Да. Давай, открывай. Ого. Там лежит лягушка с драгоценными камнями. Да. Такая драгоценная. А ты, дочь, посмотри. Вот. И цветы блестящие.
красота. Ко-ко-ко. Давай обратно положим, чтобы его никто не украл. Давай. И ключик спрячем. Угу. Да. Что там у нас еще в замке есть? Есть такой шкафчик. Тоже с отверстием для ключика. Можно вставить ключик и открыть. Да. Открывай. О, она закрылась. Открылась? Давай посмотрим. В шкафчике лежит вешалочка. Нарисовано платьюшки, туфельки. Вешалочку можно повесить в шкафчик. И что-нибудь на нее вешать. Вот, вот такой вот вешалочка. Да. Такой комодик, зеркальце. Лошадка туда смотрится. И шкафчик. Да. Открывается. Подсилка. Да. Такая красивенькая, с сердечками. Лошадочку какую-нибудь посади, покатаем. Сади. Есть, у них есть вот такие дырочки у лошадок. И не вставляются. И держится. Посадили Пинки Пай на качельку. И она будет кататься. Кач-кач-кач. Покатай лошадку. Катается Пинки Пай. А мы дальше посмотрим. Лампа такая в замке есть. Красивая. Дверка. А на втором этаже, видимо, библиотека. Книжки стоят, лесенка. О, а кто тут у нас идет? Дракошка. Дракошка. Как его зовут? Спайки. Его зовут Спайк. Он ассистент Искорки. Да. Такой классненький дракошка. Балкончик. Сверху флаг висит. Да. И машинка стоит. Такая машинка. Сюда можно лошадку посадить и катать. Посадили Флаттершай на машинку. Она как будто тучка сделана. Как тучка. Да. И поедет она сейчас с горочки. Да. Опа! Скатилась Флаттершай с горочки. Просто можно поездить. Юх! Юх! А здесь сверху вот эти вытаскиваются штучки. Флажок. И сделано как ключик. Она вот где и выглядывает. Вот эта звездочка тоже вытаскивается. Тоже как ключик. В таком красивом волшебном замке у нас будут жить поньки наши. Да. С горочки кататься. Да. На качельке. Да, с горки. Посадили радугу в машинку. И радуга сейчас тоже с горочки покатится. Мама, радуга катается. Они вместе катаются на качельке. Молодцы. Посидите. Бассейн купаться, у вас же бассейн есть. Ура, посидим в бассейн купаться. Девчонки, завариваем. Ой, как классненько, водички с сорбетиками. Я лучше взяла. Девчонки, присоединяйтесь. Купаются лошадки, поньки.
бассейне все с арбузиками. Вот эта водичка какая классненькая. Да. А вдруг это не водичка? А что это? Арбузи. Арбузики, ну у нас такая волшебная водичка с арбузиками. Они же волшебные поньки? Да. У них такая волшебная водичка. А давай покажем еще, какие у тебя лошадки есть. Давай, Дэси? Давай. Вот такие у них еще лошадочки есть. Фиолетовенькая, это тоже искорка. Угу. Еще одна фиолетовая. Но она почему-то без рога. Но тоже, видимо, искорка. У нее тоже молния на ножках. А это розовенькая, наверное, Пинки Пай. Такая фиолетовая лошадочка, красивая искорка. У нее снимаются туфельки. И юбочка. Да, вот снимается юбочка, снимается тоже. Крылышки есть. Корона со звездой. Грива. А вот еще и кольцо. А колечко-то, это я тоже колечко на ножке. Она продавалась в наборе с вот этим замком. Теперь они все вместе будут жить. Да. И дружить. Да. Спать забываем. Ну, колечко я потеряюсь. Я тоже. Ну, я колечко потеряется у Визы. Угу. Потому что я ее сниму. Ракушка гуляет в Арбизика. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока.